Вам казалось когда-нибудь, что ваша жизнь слишком скучна, а дни похожи один на другой? Настолько, что однажды вы решились изменить свою жизнь полностью. В тот же день ранее на другом этаже. Это Тоня. Она пришла сюда в поисках новой квартиры и новой жизни. Впечатляющие окна, правда? А вид какой? В это время в соседней квартире кто-то отключил гравитацию. Так вот почему в ней такие высокие потолки. Однако поспешим дальше. Отставляем левую ногу подальше назад, распределяем вес на обе. Спортплощадка прямо у дома во дворе? На эту игру можно смотреть бесконечно. Упс! Говорят, мы то, что мы едим. Наверняка эти красивые люди едят эти красивые фрукты и знают, что такое здоровое питание. О да, они знают. Они общаются друг с другом, как добрые друзья. К ним хочется заглянуть в гости. Ты в Скандинавии? А я, кажется, в Испании. Нет, это не Испания. Это просто авторская отделка. Хозяйка любит все испанское. Что это? Палатка? На огромном балконе. В старом-старом лесу стояла заброшенная хижина, из которой доносились леденящие душу звуки. И вдруг темная дверь отворилась! А что там на верхнем этаже? Вечеринка в кухне-гостиной? Какая чудная компания! Да здесь же все соседи собрались! Такие счастливые! А теперь дружно скажем «Лифт!» Вот это жизнь! Невероятно живые квартиры А101. Подробности на А101.ру. И, конечно, с собаками вход разрешен.